Кто там Кай рычит? Да. Вот малышня тут. Тут у нас Кай, все за Лолой. Любовь всей жизни. Она уж, это она рычит, Лола. Белый лев, пап. Она ушла туда? Куда ушла? А, в угол? Туда. Лола роковая женщина. Да, это Лола рычит. Лола! Это да. Лола! Лола? Лола, да. Лола. Ничего себе, Лола. Это львица, ее привезли из Челябинска. Ей было 9 месяцев, когда ее привезли. Ее челябинский ветеринар Карандал Океан, он ее выкупил у хозяева. Хозяева хотели ее усыпить, потому что нечем было кормить. Ее кормили кашей, в общем, там проблемы с желудком были, с суставами. Он ее выкупил, вылечил и привез сюда. Именно вот эту? Да. Да. Она еще ленивый лев. Это львица Лола челябинская. Подойди сюда, подойти, сказала. Так, подойди. Лола! Кай Симферополь, ой, это Белогор. Белогорский каюшка. Вот ты лентяйка. Ой, ты Бози. Лола, ты в загуле, да? Ты в загуле? Изволяешься, да и Кая привлекаешь. Вот это. Ну что? Знаешь, многие любят грязных женщин. Да, Лола, ты в прямом смысле грязная. Грязнулька. Грязнулька. Хрюня. Лола, ты львица чихрюня. Лола, сейчас тебе что-то перепадет, нет? У кого-то будет шашлык. Лола. А-ау! А-ау! Угу. А-ау, не а-ау. Ну, теперь не в фаворе. Не-не-не. Придет зима. Тогда. А, да. Угощение мимо ушло к этому Леону. Вот, а надо было смотреть этими красивыми. Красивыми глазками. Ох, какой. Лолины глаза здесь у меня. Лола! Лола! Ой, ты будь здорова. Расти широкой. Там такой большой кусок, что в траве потерялся. Да, да. Может, это блоха, скажи. Ну, муха. А вы тут не раз были? Не раз. Много раз. А на вас когда-то лев пытался напасть? Нет. А они тут приучены? Вообще они дети. Ну, если ты хочешь вниз прыгнуть, то мы тебе не советуем. Почему? Потому что съедят. А если я буду неубиваемым? Ну, ну, если ты будешь неубиваемым, тогда у тебя не будет времени к ним прыгать. Тебе надо будет мир спасать тогда. А если не будет ничего? Ну, так не бывает, к сожалению. А если я к ним спрыгну, а я неубиваемый, а я потом возродилась? Ну, так, в игре было бы замечательно. Не забудь да. Сохраниться. Пойдем, Никит. А ты самка рычала, Никит. Так, пошли к малышам. Где-то тут лежит белогорский каюшка. Лола! Да не бойся, не достану тебе решетку. Не дали. Неубиваемый мальчик. Каюшка! Что, Джульетта твоя, да, за забором? Скажи, все равно Ромео. Будет моей, да?
Ну да. Настроен. Решительно. Смотри, он и под решеткой пролезет. Такое, видишь, везде лезет. Просачивается. Кольешки просачивается как-то. И пошли. Сюда может. Не лев, а вода. Жидкость. Жидкость. Ну. Порычала Лола, порычала. И все. Ой, смотрите, покажу. Красиво. Сейчас чуть-чуть пройдемся. Какая красота осень. Очень красивая в Крыму и в парке. Смотрите, как дерево. Листики опали желтенькие, а на дереве еще зеленые остались. Прям как золотом снизу посыпали. Видите? Ой, Лола там рычит опять. А там сонное царство. Везде. Это львица. А там? Это та самка? Да. Что она там опять бурчит? Ну, успеем. О, кто-то начинает перекличку. О, кто-то сзади. Ну я как любовь. Так, пора каяк Лоле запускать. Пора, говорю, каяк Лоле запускать. Пора, пора. Лола вот бежала, просила. Не бежит за ней. Ну, ходить. Куда ж бежать-то? А вот. Он же жидкость. Пусть просачивается. Лола, легли и просят. Легли и просят. Боже, вот это Лола. Сегодня прям Лолин час. Каюшка бедная, аж отошел в стороночку. Упал. Упал. Печали. Угу. Шиповник. Целое дерево оплетено шиповником. Шиповниковое яблоко. Ну да. Каюшка. О, ничего себе. Смотрите, цветочек на яблоньке. И вон еще и один. Вон цветочек, да. Так это только распускается. Так, ты сфокусируешься мне? Не хочет. Ты смотри. Какая вредная камера. Слишком вот тот. Мелкий, да, вот смотрите, цветочек. И вот цветочек сейчас. Вот это да. Вот такая вот осень в Крыму. Приезжайте, пока не похолодало. Ой, и вот цветочек. Джуна идет. Угу. Лола пасет Джуну. Угу. Ой. Смотри, смотри. Хочешься, Лола? Да, я такая, да. Лола опасность. Пройдется, пройдется, пройдется. Так. Выпрыгну, как выскочу. Плотинка за колонечком, да?
Ой, с детьми пошла бегать. А, нет, от Джуны. От Джуны, Джуна подошла. Ага. Хоть с кем-то побегать можно? Ой, легла. Ой, лапку на лапку положил. Лапочки сложила. Невеста на выданье. Лола, ну ты бы хоть глаза подняла. Знать вас не знаю, идите мимо, да? Барышня. Проходите мимо, вот. Кто бы мне цветы подарил, да? Сама себе найду. Нарву букет, да. Что тут детвора что-то рычала, бурчала. Джуна, ты пришла к детям? Куча мала тут. Кто? Вы спать улеглись? Алло. Да, смотри. И вы укладываетесь? Тихий час. Солнышко пригрело. А тот, что замер? Что-то так не видно было. Все, улеглись все. А где игры, игры? Пока мы снимали Лолу, тут и игры все закончились. Вот так вот. А надо было раньше. А надо было раньше. Так, сейчас вот этот дела свои сделал. Придет активно. Ему легко теперь. Сейчас он, да, начнет игры, да? Ну? Буди. Давай. Тык-дым, тык-дым. Такой. То ли напасть, то ли лечь поспать. Такое смешно. И уселся сверху. Лапе тяжело. Все, смотри, смотри, умостился. Пузо кверху. Угу. Такие лапки. Угу.